В Люберцах прошел муниципальный этап спартакиады по шахматам. В нем приняли участие 120 школьников из 30 учебных заведений. Соревнования проходили в напряженной борьбе. Этому способствовал высокий уровень подготовки соперников. Сегодня я нахожусь на шахматном турнире и выступаю за свою гимназию номер 56. И сегодня я бы хотел пожелать всем успехов участникам, которые приехали на данное мероприятие. 13-летний Владислав Григориан с шахматами занимается 8 лет. Говорит, что это его хобби. Считает, что шахматы развивают аналитическое мышление, логику и способности решать поставленные задачи. На сегодняшний турнир пришел с твердым желанием победить. Все участники муниципального этапа спартакиады по шахматам, а это 8 команд, отобраны по итогам предварительных соревнований. Их возраст от 7 до 17 лет. Здесь играют самые сильнейшие юные шахматисты города Люберцы. В шахматах вообще-то практически результатов больше добиваются мальчики. Это, наверное, зависит от физиологических особенностей, склада ума. Не обращая внимания на общепринятое мнение и статистику, шахматистка Ирина Дробедько занимается этим интеллектуальным видом спорта уже 11 лет. Когда я была совсем маленькая, у меня бабушка захотела играть. Затем стало интересно мне, я пошла на кружок шахматный. И в дальнейшем уже пошла в клуб. А потом понеслось. Победы в многочисленных муниципальных соревнованиях. Статус чемпионки Украины по классическим шахматам среди девушек в возрасте до 14 лет. Первое место по Московской области среди девушек в возрасте до 19 лет. И на этом Ирина останавливаться не собирается. Девочка еще и спидкубингом занимается. Вот уже около 3 лет собирает головоломки на скорость. Первый раз сидела где-то с 11 вечера до 4 утра. Не понимала, как там просто крестик собирают. То есть было для меня очень сложно. То есть потом я научилась спустя дня 3. Потом быстрее, быстрее, быстрее. А сейчас для нее ничего не стоит собрать кубик Рубик за 10 секунд. Победителем по итогам сегодняшнего турнира стала команда гимназии номер 1. Ребятам выпала честь защитить городской округ Люберцы на зональном этапе областных соревнований по шахматам и шашкам среди школьников. Второе и третье места заняли команды школ номер 56 и лицея номер 12, соответственно. Им вручили памятные грамоты. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапчева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.